хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? В этой войне. Хуан Райнер? Заблудился? Мы не звали официанта. Мейер и командующий приказали мне найти тебя. Меня зовут... Я знаю, кто ты такой, Эйден. После этих разборок с ренегатами, половина закусочной хочет назвать своих драгоценных отпрысков в твою честь. Но ты прервал нашу трап. Ты знаешь. И ты... Возвращаясь к более насущным делам, что бы нам еще? Поладил с этим напыщенным снобом? Никогда не встречал таких, как он. Я тебе говорила. Жаль, что к нему у нас приходи ко мне, Шираз. Поговорим. Или даже пино. Поесть фрукты? Сладости всегда идут мне на пользу перед более тяжелым. На этот раз миротворцы порядочно разобрали. Ты думаешь, ночные бегуны вернутся? Сомневаюсь. Их давно нет. Значит, они... Еще раз сначала. Уж этот маленький отрывок вы можете запомнить. Дай угадаю. Он заказал себе обед из 5 блюд, и с ним была горячая красотка. Горячий парень. В остальном все точно. Он тот еще тип. Я должен заставить его работать. Джеку нужны уфы. У него свой. И что? Тоже. Как? Ха. Я туда. Я буду... А ты охоту? Можешь не торопиться. Ладненько. Внимание, внимание! Нас покидает благоразумный гнев! Нет, я буду весь морщинок. Пусть лучше печень от вина горит, чем стынет сердце от тяжелых стон. Слышал? Зачем же человек? Рядом готовить инструмент. Сидеть,
Заткнулись все. Что-то странное. Я тебя вижу! Yeah.
Сейчас я тебе жопу порву! Тебя предупреждали, мудила. И как оно, сукин сын? Тебе некуда бежать. Сюда. Давайте отметим этого чувака. Готов? Меня не уйти! Получай!
Я не хочу умирать. Yeah.
Пока нет. Я добрался до здания, но как мне попасть на самый верх? Попробуй вентиляционную шахту. На крыше должна быть. Когда найдешь ее, встань на нее, прыгни и открой параплан. Не сложно. Звучит стрёмно. Скажи мне, когда ты в последний раз делал что-то нестрёмное? Туша. Луан, здесь ничего нет. Да, Нёрд сказал, что место нетронутое. Посмотри еще.
Забрал картины, но бросил Джессику. Романтичный сукин сын. Я нашел его заначку. За ним высылали вертолет. Все перенесли на крышу. Я схожу поищу. Удачи. Картины ничего не осталось. Все уничтожено. Луан, я нашел коллекционера, но его коллекции нет. Луан, эй, слышишь? Господи, Эйден. Ладно, я быстро. Здесь ничего нет, кроме бутылок виски и водки. Но виски, кажись, годная. Хуан любит хорошие виски. Может, если ты его напоишь, он расслабится. Он еще в закусочной? Я видела, как он уходил. Похоже, пошел обратно на корабль. Наверное, уже у себя. Окей, схожу туда. И еще. Насчет водки. Даннер ее обожает. Если соберешься зайти, в чем я сомневаюсь. Но если ты действительно хочешь узнать город, это лучший способ. Так и знай.
Ах!